Путин назвал отличие олигархов 90-х от современных. То есть те вот олигархи, по его мнению, в 90-е, они управляли там Россией, а сейчас и им, значит, дело не в том, что кто-то закручивает там что-то, откручивать и открывать им разные места. Дело, знаете, в чем? Не допускать к управлению страной. Хохочется. Сечин не управляет, что ли? Все остальные друзья Путина не управляют. Управляет как раз олигархия. Путин не сам по себе, мальчик. Поэтому очень это смешно. И если тогда была определенная конкуренция, ничего хорошего в ней не было, и в 90-х с точки зрения приватизации этих олигархов ничего хорошего не было, да? Но они в любом случае, как раз и олигархи первые восстали против Путина, как это ни парадоксально, а сейчас они все путинские. Тогда восстал вначале против Ельцина, да, потом и против Путина этот Моста, командир, как его, забыл, вот, потом Ходорковский, ну и прочие. В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги. Ну как куда, другим коррупционерам, у которых еще не конфисковали, совершенно очевидно. Мы же помним, что те деньги, которые у полковника Захарченко украли, забрали, их украли. Да? Потом украли те деньги, которые в качестве взятки давались Улюкаеву. А потом этот ГБшник притащил их там из собственных запасов, вынул из кармана. Потому что ему сказали, Гусинский, да, Гуся, забыл, Гуся, да. Я бы не вспомнил, честное слово, что-то там. Привет, а есть такой сценарий, что народ все схавает, что режим всех нагнет, те, у кого есть возможность, эмигрируют, и ничего не поменяется? Да, конечно, это очень реальный вариант. Очень реальный вариант, и я думаю, что сейчас они на это и рассчитывают. Собственно, Путин на это рассчитывает, вся эта мразь на это рассчитывает. А и они контрапупят Россию, то есть она развалится, просто будет уничтожена, и все. Я думаю, то, что происходит, это тот сценарий, который, так сказать, оговаривался с китайцами. То есть Путин правит вечно, потом подыхает, и Китай забирает пол России. Так как уже все договора есть, все уже оформлено. И после того, как он слетает, все, ну слетает как? В результате смерти биологической.